Вот какие-то новые технологии для разгона. Старые технологии, да, оказывается? 90. Как она работает? Можешь кратко объяснить? То есть она как GPS работает? 10-герцовый датчик, который на основе него анализирует информацию. Поступает новая информация, так как погодные условия плохие, всего лишь будет 2 тренировочных приезда. И мы сейчас хотим понять, попробовать с крылом, пилот проедет, и потом сразу же снять это крыло и понять, как будет лучше. Потому что есть одно. Висит мотор, висит! Это третий.